Люблю российские привольные просторы, а под ветром и вольные поля. За белой дымкой в снежных шапках горы, и это все родная мне земля. На ранней зорьке, по нехоженной тропке, в России серебряной пройдусь я босиком. Меня приветствуют березы и рябины, где с детства раннего мне каждый куст знаком. Я песню русскую пою душой и сердцем, обнять готова необъятный край родной, где отчий дом, и мне кажется, поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Я песню русскую пою душой и сердцем, обнять готова необъятный край родной, где отчий дом, и мне кажется, поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Родное небо обнимается со мной. Блестит полноводная река, а ветерок доносит говор русской речи, и родной напев летит издалека. Уж песня просится на волю птицей, и я пою во весь голос от души. И в этот миг могу без памяти влюбиться, ведь для влюбленных все мгновения хороши. Я песню русскую пою душой и сердцем, обнять готова необъятный край родной, где отчий дом, и мне кажется, поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Я песню русскую пою душой и сердцем, обнять готова необъятный край родной, где отчий дом, и мне кажется, поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Родное небо обнимается со мной. Я песню русскую пою душой и сердцем, обнять готова необъятный край родной, где отчий дом, и мне кажется, поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Я песню русскую пою душой и сердцем, обнять готова необъятный край родной, где отчий дом, и мне кажется, поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Родное небо обнимается со мной. Исполнительница народных песен, настоящий посол русской культуры. Сегодня у нас в гостях. Это программа «Музыка плюс». Я Юлия Розенберг. Добрый вечер. Приветствую вас. Здравствуйте. Марина, а посол русской культуры – это все-таки официальное звание или призвание? Это призвание. Этим призванием наградил меня народный артист России Владимир Александрович Березин. Был такой момент, когда только у меня, ну, как бы, скажем так, творческая жизнь была очень активной, все уже как бы встало на правильные рельсы. И какой-то концерт, сейчас не вспомню. И Владимир Александрович подходит и говорит: «Маринка, у тебя звание есть?» Ну, знаете как, у нас в стране, если звание есть, иногда бывает зрителей, правда, в зале не бывает с этим званием, но он говорит: «У тебя звание есть?» Я говорю: «Звания нет». Он говорит: «Ну как же так?» Он говорит: «Ладно, все, я придумал». И приходит время моего выхода, и Владимир Александрович говорит: «Посол русской культуры в странах мира». И это
такое получается звание, которое он мне дал, оно идет со мной, потому что я очень много и очень часто представляла и представляю по сей день нашу страну на разных конкурсах, фестивалях. Гордо несу знамя народников. Спасибо вам за это. Кстати, об этом. Как продвигать русское народное творчество во всем мире, когда его там отменяют? Я человек-оптимист по жизни, и я думаю, что это вопрос временный. Наша культура, она многовековая. Она богата своим разнообразием. Разнообразием жанров, красок, эмоций, которые затрагивают разные струнки сердца любого человека на планете Земля. И поэтому, когда мы приезжаем в ту или иную страну, да, безусловно, мы визитная карточка. Безусловно, есть три песни, которые знают во всем мире. «Подмосковные вечера», «Калинка-малинка» и «Катюша», конечно. И вы знаете, на самом деле, я не знаю, насколько реагирует или не реагирует, и насколько это должно быть важно, в частности, для меня. Я счастливый человек. Вы знаете, я не хожу на работу. Я занимаюсь любимым делом. Я иду ежедневно рука об руку с нашей с вами дорогой, любимой народной песней. Я дочь своего отца. И, соответственно, наша народная песня, она звучала у меня всегда в детстве, в доме. Это не было для меня чем-то неформатным. Это то, что было ежедневным и правильным. Поэтому все будет хорошо. Самое главное в это верить и заниматься своим делом, потому как русская песня, это в частности, даже сейчас в этой студии, это то, что нас всех с вами объединяет. Мы можем быть разного возраста, мы можем быть разной профессии, мы можем жить в разных уголках нашей России, но народная песня нас будет всегда объединять. Это правда. Вы уже упомянули, что во всем мире знают как минимум наши три песни. Да. Можете вспомнить случаи, когда вы исполняли их за рубежом, как воспринимали зрители? Вы знаете, Елечка, я сейчас вам расскажу, очень был забавный случай, когда не эти три песни, а совсем другую, вроде по мне, понятно, знакомую, едут по Берлину наши казаки. Мы приезжаем с ребятами, приезжаем во Вьетнам. Дни культуры России во Вьетнаме, площадь, 1015 вьетнамцев. Ну, мы отработали, понятно, «Калинку», «Подмосковные вечера», «Катюша». Но, вы знаете, я всматривалась в лица людей, потому когда вьетнамцы начали петь «Едут, едут по Берлину наши казаки», я понимаю, то есть, знаете, обычно я в нашем зале, да, всегда даю микрофон зрителю, да, потому что казаки, точно знаете, казаки, что споют. И все поют, едут, едут по Берлину наши казаки. А здесь поют вьетнамцы. Я вам честно скажу, у меня был культурный шок, но и радость, и гордость за то, что во Вьетнаме знают даже такие потрясающие военные песни. А еще я слышала, что благодаря вашей «Катюше» Олимпиада 2014 года состоялась. Ну, это вы прям так сейчас очень... Большая ответственность, думаю, да, возложили? Да, я думаю, что сейчас вообще ответственность большая на мне. Не то, что благодаря. Вы знаете, русский народ, он, несмотря на то, что еще даже не было понятно, какая страна будет в 2014 году проводить Олимпиаду, в 2000, дай бог память, это был 7-й год или 8-й, в Гватемале, в 7-м, да, были, ну, скажем так, выборы. Россия, дай бог мне памяти, по-моему, это был Китай и Австрия. Вы знаете, местные журналисты, они искренне не понимали, почему в русском доме еще вообще не объявили результат, но русские почему-то уже чего-то празднуют. Ну потому что, знаете, ну как, нам же главное же собраться вместе, да? Да. Повод не важен и не нужен. Абсолютно. Даже китайцы, они, у них все очень строго по регламенту, а мы три дня. И когда объявили результат, естественно, вы знаете, там были все. И
в частности, конечно, прилетал наш президент Владимир Владимирович, руководство страны, именитые все спортсмены, музыканты. И естественным образом, ну, как бы, да, Катюша — это то, что всех нас, как говорится, объединяет. И вот я Катюшу пела нон-стопом. Нон-стоп. Еще, 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 еще. Причем это вот тот случай, когда нас объединило все, что связано с культурой. Потому что это было такое, во-первых, счастье, это была такая радость, и когда, я не помню, как звали этого дяденьку, который перевернул табличку, рядом со мной стоял мужчина, и мы так ура, обрадовались, ура, и мы начали обниматься, и он меня подбросил и забыл поднять, потому что начал подбрасывать другого, я куда-то упала. Ну, в общем, в русском доме в Гватемале тогда это был настоящий праздник, и журналисты, они, правда, они висели на пальмах, на заборах, они не понимали, что вообще происходит и почему. А уж когда нас объявили, и мы поняли, что Россия победила, ну уж тут все, тут уже русская душа начала праздновать. Развернулась да. На весь мир. Да. Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. Еще был эпизод, когда сама Елизавета II вам подпевала. Было такое, да. Наша православная церковь устраивала Дни культуры. И это было в Великобритании, в Лондоне, в русском доме. Вот тогда никто не понимал и не знал. И даже сейчас, знаете, такой момент, мне все говорят, а фотки-то есть? Но вы знаете, в 2008 году, во-первых, друзья мои, чтобы вы понимали, служба протокола у официальных лиц очень строгая, поэтому там просматривают все. Это раз. Во-вторых, тогда не было телефонов, телефоны были кнопочные. Ну и в-третьих, как-то было, знаете, неудобно подходить и сказать, ну знаете, а давайте сделаем себяшку вам на память. Поэтому не разрешили технику, не пропускали вовнутрь. И до последнего не было известно, приедет ли Елизавета со своим супругом. В итоге они приехали, они посетили этот вечер. Очень культурно, очень камерно. Представляла я народную песню. Да? У меня были коллеги, которые исполняли джаз, были коллеги, которые исполняли академический вокалом какие-то произведения, симфоническая музыка была. Но, в общем, да, мне посчастливилось. Наверное, это уже да, как история, потому как ее с нами нет. Вас слушали первые лица государства, а сейчас у нас есть возможность послушать вас в нашей студии. Ваша следующая песня. Спасибо. Прежде чем продолжить, я хотела бы представить музыкантов, моих друзей, коллег, людей, которые живут искусством и так же, как и я, очень любят народную песню. Это замечательный гитарист Анатолий Ядрышников и замечательный баянист Александр Богатырев. Спасибо, очень приятно. Ну, как говорится, по старшинству, сейчас мы сыграем для вас песню. Я ее очень люблю. Она на самом деле уже, правда, имеет статус народной песни, хотя у нее есть замечательный композитор Александр Сергеевич Морозов, знаменитая «В горнице моей светло». Просим. В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней
кропотливый день. Завтра у меня под ней будет кропотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Себе буду до ночного звезды лодку мастерить себе. В горнице моей светлом это от ночной звезды матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро. Молча принесет воды. Анатолий Ядрышников. Очень теплая песня. Спасибо. В вашем исполнении она звучит очень особенно. Спасибо. Спасибо. А в чем разница между народной песней и популярной? Народная песня, она и популярная. И это здорово, когда, переезжая из города в город, перелетая из региона в регион, а страна у нас широкая, большая, ты понимаешь, что куда бы ты ни приехал, люди так или иначе, да, чуть больше, чуть меньше, но, как правило, всегда знают слова песни, музыку песни. Это здорово. И самое главное, вот для того, чтобы народная песня оставалась на устах, популярной, как бы мы того ни хотели, но ее надо петь. Причем петь ее надо начинать уже деткам нашим, потому что они же тоже вырастут, они тоже станут родителями, у них тоже появятся детки, и они таким образом вот эту традицию, понимаете, какое дело? Ведь мода — дело временное. Да, я, например, родилась в 83-м году, да, но росла на музыке 90-х. В моих наушниках, в моем плеере играла абсолютно другая музыка, чем нынче, которая, допустим, звучит в плейлисте у моей дочери. Поэтому мода, она меняется, а традиция, она остается. И вот очень важно передавать вот эту традицию из уст в уста, из сердца в сердце нашим детям, нашим внукам, петь, водить их на концерты, на выставки, на мероприятия, где эта музыка будет звучать. Тогда это будет у них естественно, модно и патриотично, что немаловажно. Я на самом деле не могу похвастаться большим количеством учеников, но у меня в жизни была ученица, она аджарская грузинка, Нинор Даная. И вы знаете, я пришла на ее 18-летие. У них также есть телефоны, смартфоны, у них также есть интернет, и вся эта популярная музыка нынче, которая звучит, она, безусловно, да, играла. Но когда начались танцы, вы знаете, мне было прям даже завидно, потому как девчата сняли 15-сантиметровые шпильки, и началось вот это. Досталась гармошка, малый барабан, и начались национальные грузинские танцы. Причем я так сидела и думаю, интересно, а как? Я знаю, что есть некие определенные хореографические традиции, и они их соблюдали.
Там были студенты, экономисты, юристы, повара, летчики. То есть как бы не было только музыкантов или артистов балета. Нет. Но вы понимаете, да? 18-летние... Да, молодежь. Молодежь. Она танцевала. Мне так всегда завидно. Думаю, почему у нас, когда приглашаешь иногда мужчину из зала? Есть у меня номер, когда я... приглашая людей из зала, и мужчина идет и говорит, а что надо делать? Ну, помимо того, что ему вообще страшно, в принципе, что он сейчас на сцене будет стоять. Да. Вот, я говорю, да ничего страшного, просто потанцевать. Он говорит, а как? Я говорю, ну, в присядку. Он говорит, а это как? Понимаете? Вот. Это не значит, что мы сейчас должны все достать, знаете, кугиклы и ходить в лаптях и гукать по Красной площади. Нет, это о другом. Это о том, что значит это... Культура в молодежи присутствует не потому, что им сказали это делать. Да, они свободные ребята, все, в совершеннолетие. Потому что это зов их души и зов это их сердец. Вот чего, мне кажется, немножечко не хватает нашему подрастающему поколению. Но при этом, при всем, очень много талантливой молодежи. Очень много коллективов, народных коллективов, которых мы даже не знаем. Вот, например, в Хабаровске есть такая потрясающая фолк-группа «Красные бусы». Есть уже маленькие бусята, там у них какая-то студия. Ну, то есть девчонки делают так вкусно, да, так вкусно, так молодежно, так это по-современному. Вот, ну, просто снимаю шляпу и говорю «Браво». Но при этом, при всем, а где, кто об этом узнает? Старшее поколение не так владеет, может быть, интернетом для того, чтобы это посмотреть. На телевизионных экранах, как вы понимаете, у нас даже нет канала, который бы говорил и вещал бы народную музыку. У нас нет радиостанции, которые бы об этом бы говорили. Поэтому, конечно, есть над чем работать, мне кажется. Песню «Он не чей» в свое время исполняла Людмила Зыкина. Вы были знакомы? С Людмилой Георгиевной, к сожалению, нет. Наша встреча с ней не случилась. Она приглашала, но так произошло, что она уже вот, да, буквально и ушла. Но вы знаете, я была неоднократно на ее концертах в свое время, когда была студенткой. Замечательный дирижер Николай Николаевич Калинин, который руководил тогда оркестром Осипова, проводил ежегодно фестиваль народной песни в концертном зале Чайковского. И вы знаете, это были потрясающие часы, когда мы, ребята, просто еще зеленые и даже, может быть, многие даже не понимающие вообще, чего они хотят и что они делают. Но просто вот мы были студентами кафедры сольного народного пения. И с нами в одном концерте, на одной сцене мы стояли, Зыкина, Воронец, Литвиненко. Этих людей уже нет рядом с нами, но, мне кажется, в какой-то момент народная культура, она осиротела. Потому что каждая из вот даже мною названных фамилий — это легенды, это эпоха, это голоса, это личности. И это личности, которые не просто пели, да, они проживали и положили свою жизнь на плаху именно народной песни. Свою личную, в том числе, жизнь. Давайте послушаем эту песню в вашем исполнении. Давайте с удовольствием. Я еще хочу сказать, что мне посчастливилось, потому что Виктор Иванович Темнов, который написал эту песню, я была с ним знакома, была у него в гостях дома. Это композитор, замечательный баянист, который написал вот... Да, а он ничей, да? Правильно же, Господи, не ошиблась. И вы знаете, конечно, это такие моменты, которые, когда молодая, когда начинающая студентка, тогда не понимаешь и не ценишь. Ну, думаешь, ну, пришла к композитору. А сейчас я понимаю, что Темнов — это «Московская кадриль». То есть такие песни, которые народ поет и думает, что это народная песня. Поэтому очень важно обязательно всегда говорить, вспоминать и проговаривать эти фамилии, потому что эти люди — это были гении своего дела. Поехали. Александр Богатырев.
под гладким камушком бежит ручей. И я не сам уже. Рябин расцеловал, а он ничей меня обнял. У двух рябин расцеловал. По той же тропочке подружка шла, его неверного звала, а он ничей ее обнял, и как меня судили кумушки о нас двоих, мол, две подруженьки, один жених, чьей свадьбе быть, кого венчать, кому любить, кому страдать, чьей свадьбе быть, кого венчать, кому любить. Под гладким камушком бежит ручей, мы обе замужем. Ручей у двух рябин, а он ничей с тех пор один, как тот ручей у двух Спасибо. Невероятно Александр душевное Богатырев. Исполнение. Спасибо. Спасибо. Марина, народное творчество каких народов наиболее близко к русскому? Но это наши братья-славяне. Безусловно, и как бы славянская культура, она, в принципе, очень богата колоритом. И так или иначе, чуть... скажем так, где-то язык, безусловно, разнится, но да, братья-славяне. У меня есть в репертуаре народные песни, и молдавские народные песни, и белорусские, и украинские. И вы знаете, очень, кстати, ответственно и исполнять их. Почему-то вот мне все время важен, ну, безусловно, текст, но я все время понимаю, что для того, чтобы правильно, да, вот, например, мы приезжаем в Беларусь, есть песня «Ой, реченька, реченька, чаму ж ты не полная?» Я понимаю, что белорусы, они будут слушать, как же ты букву «Ч»? Твердо или помягче? Я звоню Руслану Олехно. Я говорю, Русланчик, я говорю, слушай, помоги. Я говорю, вот ты послушай, я тебе буду петь, а ты послушай. Он говорит, нет, понимаешь, ты говоришь как русский человек. Реченька, нет, а надо реченька. Понимаешь, реченька. То есть я говорю, пожалуйста, напой мне так, чтобы меня это просто вот автоматом
я понимаю, что для них это важно. Это мой зритель, и я всегда к нему отношусь с уважением. Также я понимаю, что если я взяла в репертуар армянскую песню или грузинскую песню, или финскую польку исполняю, я знаю, что, ну, мало ли, в зале сидят люди всей национальности. Это будет всегда приятно, раз. А во-вторых, ну, я как носитель, да, культуры и традиции своего народа, да, мне было бы тоже интересно, как бы вот исполнили, например, да, ту или иную народную фольклорную песню, безусловно, я бы прислушивалась. Также и я всегда отношусь, понимаю, что в зале могут сидеть люди разных национальностей. Это же здорово. А нам тоже интересно финскую польку послушать. Если я сейчас выговорю. Ну, а паристакула ты кола пантах ты, яла кала пох ты, кутку ты, эван ай ты сыкух тутувах ты, стопулна сор еван сод ютхо ты. Это я. Финов у нас в зале нет. Нам всем понравилось. Вот. То есть там дикцию важно выговаривать слова. Сейчас вы исполняете украинские народные? Да, в репертуаре, безусловно, есть украинские народные песни. Даже с одной из этих песен я сдавала государственный экзамен. Мы все помним мультик «Жил-был пес». Да, помните, когда конечно. Волк сидит там под столом? Сейчас спою, он такой... И вот там, ой, там на горе, ой, я там на кроте, ой, я там сидела пара голубей. Ну, это поется, правда, намного громче и более зычным таким звуком. Вот, у нас да, сегодня атмосфера под названием «Дружба народов», и это да. Прекрасно. Да. А сейчас казачья. Я когда-то была молодая. Я когда-то была молодая, мне в окошко светила луна, появилась прядка седая, и луна да мне теперь не нужна. Появилась прядка седая, ой, и луна да мне теперь не нужна. Ты сумел растопить во мне льдинку, и луна стала ярче светить. Попрошу я у дочки косынку, чтоб тебе да на свидание сходить. Попрошу я у дочки косынку, чтоб тебе да на свидание сходить. Я надену красивое платье, выйду в ясную лунную ночь. Что с моею душою творится, не поймет моя юная дочь. Пройдет время, и дочка полюбит, и взгрустнет, и всплакнется не раз. И мое запоздалое счастье пусть простит моя дочка сейчас.
пусть простит моя дочка сейчас. Я когда это была молодая, мне в окошко светила луна, появилась прядка седая, и луна да мне теперь не нужна. Александр Богатырев, Анатолий Ядрышников. Марина, вашего папу называют лучшим народным голосом России. Какое влияние он оказал на вас, на ваше творчество? Ну, он сделал все для того, чтобы я сейчас здесь сидела у вас в студии. Да. Вас с детства готовили? Нет, вы знаете, на самом деле никто специально не готовил. Он был всегда для меня примером. Он человек очень целеустремлен, безусловно, талантливый. И так случилось в моей жизни, что когда я оказалась в музыкальном училище имени Шнитке, я оказалась в классе профессора Людмилы Васильевны Шаминой. Это был 99-й год. А 20 годами раньше Людмила Васильевна преподавала у папы. Поэтому девятовых она знает очень хорошо. Преемственность. Преемственность, поколения. Да. И вы знаете, папенька, он никогда... Я вот этот пример привожу, да, он никогда за меня рыбку не ловил, а он подарил мне удочку. Он вывел меня на большую профессиональную сцену. Безусловно, многие... Особенно коллеги по жанру думают, что ну, папа все приобрел, купил, и, собственно говоря, вот ничего не надо для того, чтобы просто вот выходи и красиво прыгай. Как вы справляетесь с этими упреками? Ну, во-первых, это абсолютно бессмысленно переубеждать, потому что я, моя внутренняя Марина, очень хорошо знает, каково быть дочерью Владимира Девятого. А каково это быть дочерью Владимира Девятого? Он умеет правильно критиковать. Знаете, конструктивная критика, особенно на первых порах становления, она очень важна, потому что очень, знаете, можно очень легко обидеть творческого человека. А иногда важно так подобрать слова, чтобы у тебя и желание не пропало, но при этом при всем и стимул появился. Этим стимулом в какой-то степени стало то, что Владимир Сергеевич мне потихонечку начал, знаете, перекрывать краник с финансами. Ну, потому что мне же, ну, вроде бы, ну что ж, вот я пришла к папе, он, ну да, а мне надо, хочу губную помаду, хочу тушь для ресниц. Вот. Он, безусловно, конечно, он все это делал и давал, и обеспечивал, но он говорит: «Маринка, понимаешь, у тебя сейчас потрясающее время, студенческие годы. Когда ты находишься в учебном заведении таких же слегка сумасшедших людей, потому что творческие вузы — это вообще отдельная, мне кажется, палата номер 6. Но она в хорошем смысле, потому что мы все творческие люди, мы где-то куда-то все летим, о чем-то думаем, дирижируем окнам, играем на инструментах в углу. Ну, то есть, знаете, вот обычному человеку, если попасть в музыкальный институт или колледж, да, поначалу как-то немножечко странно становится. Но, говорит, там же твои коллеги. Пробуй. Собирай вокруг себя коллектив. Собирай людей, единомышленников, ищи, ошибайся. В конце концов, тебе за это ничего не будет. Ну, как говорится, да, немножечко, может быть, по твоему эго кто-нибудь проедет, но это не страшно. Встала, отряхнулась, пошла дальше. С работы тебя не уволят. Есть возможность всегда поискать то или иное соединение и стыки жанров.
И вот таким образом, как бы, и знаете, еще когда совсем в подростковом возрасте папа стал работать в театре «Московская новая опера», я приходила на его спектакли. И мне очень нравилось оперное искусство. И мы с ним часто смотрели дома, тогда были видеомагнитофоны, кассеты, и мы смотрели с ним разные оперы. Но при этом, при всем, я иногда могла пославить ему то, что мне нравилось. Это была группа «Иванушки Интернешнл», группа «Руки вверх». Папа, конечно, знаете, он как мудрый ка, он говорит: «Да, потрясающе, замечательно. Но давай теперь посмотрим, послушаем то, что мне нравится». Вот таким образом. Вы знаете, быть девятой и нести фамилию — это гордо и ответственно. И для меня это всегда некий такой, как бы, да, стимул. Вот, потому как быть дочерью талантливого певца, музыканта, я знаю, мы вот, например, часто со Стасом Пьеха это говорим, проговариваем, да, он говорит: слушай, я каждый раз выхожу, и каждый раз так или иначе, но вот как бы, да, такая тень и отголоски гениальной бабушки, да, они все равно меня стимулируют для того, чтобы я какое-нибудь там не подвести, чудо не натворил, да, и не подвел ее. То же самое и в моей ситуации, да, но при этом, при всем, нет ничего сильнее, чем династия. Потому что не только теоретически, но и практически я видела то, как это непросто. Это не просто взять микрофон и пойти петь. Друзья мои, это колоссальный, адский труд. Ну что ж, ваш папа Владимир Девятов сегодня у нас в гостях. Приглашаем вас в студию. Ура! Присаживайтесь. Владимир Сергеевич, вы с дочерью на одной сцене чувствуете себя на равных? Или все-таки отец и дочь, или учитель и ученица? Я чувствую себя на равных уже, все. Она большая девочка, уже больше 20 лет поет на сцене, поэтому, конечно, на равных. У нее есть все, чтобы быть большой певицей. У нее прекрасная внешность. Я старался, когда внешность делал. Да. Спасибо. Ну, папе с мамой, да? С мамой мы старались, да. Значит, у нее красивый тембр, у нее хорошее образование и очень хороший вкус. Поэтому мы равные. Уже и прекрасные гены. Ну, это уже ваши слова, наверное. Спасибо. Спасибо. Владимир Сергеевич, скажите, а в народной музыке есть конкуренция? Ну, конечно, есть конкуренция, но она такая не как в других жанрах. У нас более 3,5 миллионов исполнителей народной песни. Это имеется в виду и хоровики. Вообще исполнение народной песни бывает хоровое, ансамблевое или же сольное. Вот всего нас 3,5 миллиона. Такого количества нет. Но есть, конечно же, проблемы, которые мы должны решать, чтобы эта традиция не ушла. Почему это важно? Я знаю, что вы сегодня об этом говорили. Дело вот в чем. Это не моя мысль. Это мысль академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. А звучит она так. Традиция – защитная скорлупа менталитета нации. Почему это важно? Если не будет традиции и традиционной культуры, менталитет нации меняется, и она становится другой. Поэтому для того, чтобы нам сохраниться как стране, как народу, да, нам, а мы многонациональное, тем более государство, да, нам нужно сохранить и возрождать традицию. Потому что то, что было раньше, это хорошо. Но, как говорят математики, это необходимое, но недостаточное, чтобы развивалось. Именно поэтому Владимир Владимирович Путин вот в прошлом году он издал соответствующий указ о сохранении традиции. Это должно начинаться, вот правильно сегодня говорили, с маленького ребеночка. Почему? Потому что тогда на подкорку этого ребеночка, будет он музыкантом или не будет, это не важно, певцом или не, у него уже закладывается любовь, потому что мама ей это пела.
Почему у нас в школах этого нет? Кстати, нет только в русскоязычных школах. Вы поверьте, я не вру, я диссертацию защитил на этом буквально в прошлом году. Я все это изучил, 8 лет посвятил этому, и могу сказать, что есть проблемы, которые нужно решать. Начинать надо с самого раннего детства, с грудного молока, с игрушек, со школы. Спасибо. Уверена, вас услышат. Спасибо. А сейчас слушаем ваш дуэт. Хорошо. Просим. Осенняя роса на листьях пожелтевших осталась позади, та первая весна. Но я люблю тебя, люблю сильней, чем прежде. И так же, как тогда, кружится голова. И сколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели. Откружат и отпоют свое метели. Будет снова, снова будет звон капели. В глазах твоих родных заметна я усталость, а на висках твоих осенняя роса. Но ты не верь тому, что к нам подкралась старость. Поверь, что в жизни есть такая полоса. И нисколько мы с тобой не постарели, поют свое метели. Будет снова, снова будет звон капели. И беду любовью отводили, делили пополам и радость, и печаль. И даже седину с тобой мы разделили. Да что там седина, пускай блестит, не жаль. И отпоют свое метели. Будет снова, снова будет звон капели.
Марина Девятова. Владимир Девятов. Браво! Спасибо. Наш зрительный зал прямо плачет. Такое трогательное не надо, ребят, исполнение. Все хорошо. Так ну это... хорошо. Просто растрогали, за душу взяли. Владимир Сергеевич, вы сказали о Марине как об исполнительнице. А расскажите о ней как о дочери. Как о дочери. Ну, вообще, я многодетный на самом деле и многоженный. Ну, что поделать. По молодости, да, ну, накрутил там неправильностей. Но это жизнь. Дети – это святое, да. У меня 5 детей, 2 мальчика и 3 девочки. Моей старшей дочери 46, моей младшей 8. Поэтому я люблю их всех абсолютно одинаково, независимо от того, мальчики это или девочки, какого они возраста. Они дружат. Вот моя младшая дочь, ее зовут Маша, она просто души не чает в Маринке, и она бредит практически ею. И когда мы встречаемся, а мы периодически встречаемся по тем или иным событиям, ну, конечно, это дружба навеки. Маринка, вы знаете, ну, это я только в юбке. Вот Маринка, это я только в юбке. Поэтому, ну, какие у нас отношения? Ну, я не могу сказать, что прям вот мы прям это самое, вот она там под пяткой у меня. Нет. Мы иногда и поспорим, и разбираемся в тех или иных ситуациях бытовых, домашних. Ну, как обычно это, знаете. Вот. Я очень люблю ее семью, Ульянку, Шурика, моего внука младшего, Лешу и ее мужа. Это все, понимаете, большая семья. Я привык жить большой семьей. Мои родители, которые папа ушел вот в этом году 1 января в 96 лет, и мама ушла в прошлом году в 92 года. Вы знаете, у нас всегда была большая, дружная, огромная семья. Настоящий Девятовых. Клан Девятовых. Да. Теперь я тут старший, понимаете, после того, как родители ушли. И я не специально, я не говорю, ребят, мы собираемся, чтобы продолжить. Нет. Мы собираемся, потому что нам вместе хорошо. Понимаете? Мы любим друг друга, и это самое главное. Спасибо. Сейчас просим вас петь песню «Матушка Россия». Да, я два слова можно сказать? Я пойду. Ты пойдешь, да? Ты даешь мастер-класс, а я пошла. Это не мастер-класс. Сейчас я два слова. Далеко не все песни, которые мы считаем русскими, ну там или просто народными, они на самом деле написаны народом. Ну, те же «Коробейники», да, та же «Калинка», «Ой, мороз, мороз». Да я могу перечислять огромное количество песен, которые имеют своих авторов. Ну, вот ушла Людмила Георгиевна Зыкина, да, а «Издалека долго течет река Волга», она будет народная песня. Ее будут знать через столетия как народную песню, хотя у нее есть свои авторы. И та песня, которая сейчас для вас прозвучит, она была написана современным человеком. Он жив. Зовут этого композитора Олег Молчанов. Он много в конце 90-х писал популярной музыки. Эту песню я слышал в исполнении Тани Булановой. И однажды ночью я как будто бы мне оттуда говорят, ты знаешь, вот смотри, какое хорошее название, «Матушка Россия». Думаю, ну, в общем, да, хорошее. А ты сделай ее по-другому. Не как Таня Буланова ее пела, а с таким фолковым наполнением. И мы ее сделали. Вместе с моим коллективом фолк-группой «Ярмарка» мы для вас сейчас исполним «Матушка Россия» Олега Молчанова. Просим. Thank you.
облака цвета молока. Все, что вижу я, отразит река. Горсточку земли слабая рука возьмет случайно. Где-то за рекой, там наискосок, прямо по лугам, да через лесок, тонкий голосок, тихий голосок поет печально. Матушка Россия, слезы небес, Бог нас лучат. На свою любовь, на свою беду я с тобой иду, вновь с тобой иду, с тоской вою я. Пепел или хлеб, слезы или соль, что же ждет меня, радость или боль? Матушка с тобой, милая с тобой, еще спою я. Матушка в окна стучат, а кого спроси я, что меня ждет, молчат. Матушка Россия, лики икон с неба глядят, а кого спроси я, что меня ждет, молчат, молчат. Вы нашли время к нам прийти. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Будьте любимы и счастливы. Спасибо. Благодарю вас. Марина, вас мы приглашаем снова. Ну и как теперь петь? Вот. С душой. Папа же сказал, что вы на равных. Да, да. Ну это папа так сказал. Марина, вы сейчас плакали? Да, вы знаете, он когда вот, ох, сейчас вы говорите, а я сейчас опять начну плакать. Видимо, вот та седина, о которой мы с папой пили, она приходит. А у отца такой тембр голоса. И вот я сейчас сидела и гордилась. Ну, крутой. Слезы гордости, радости и восхищения. Это очень здорово. Не сдерживайте. Ну, потому что на самом деле мало мужчин на сцене, которые поют народные песни. Умер Суржиков. Все, больше народников нет мужчин. Девятов следующий, который, как сказать, несет это знамя мужчин, которые могут выходить в сапогах, петь народные песни. И правда, вы знаете, я горжусь. Я горжусь своим отцом. Потому как я знаю, сколько он прошел, как много он приложил усилий для того, чтобы стать человеком, который может петь все.
и эстрадную песню, и народную песню, и оперные арии. Ведь, друзья мои, это же совсем другая постановка гортани. И я помню очень хорошо, как папа пришел, он говорит: слушай, опера «Борис Годунов», партия Шуйского. То есть это примерно то же самое, что мне сейчас пойти и вот представить на секундочку, что я завтра буду исполнять какие-то оперные арии. Я не знаю, как он это делал. Это просто колоссальный труд. Я просто как ребенок это видела, как подросток, да, потому что это абсолютно другое построение гортани. Это ежедневные были какие-то занятия с педагогами, с концертмейстерами. Но когда я увидела папу в костюме Шуйского, понимаете, я же его привыкла видеть в народном костюме. А то, знаете, это «простите мне, бояре, подзапоздал маленько». И папа с бородой, он, значит, такой, образ-то хитрый, да. Я думаю: вау, ничего себе! Вот, поэтому я очень рада, что я еще ребенок. Потому что, знаете, вот правда, надо ценить и беречь наших родителей, потому что пока они живы, мы дети. Мы дети. Да, и папа правильно сегодня сказал. Наш дедуля, который ушел в этом году, 96 лет. Я говорю: пап, ты представляешь, ты дожил до 68 лет, ты был еще сыном. Хотя уже сам на самом деле дед трижды. Но вот быть сыном в 68 лет — это фантастически. Я очень хочу дожить. Дай Бог и вам. Спасибо. Да, я надеюсь, все будет хорошо. Марина, вы не только восхитительная певица, дочь, вы еще и мама. Как вы переключаетесь с режима артистки на режим мама? Непросто. Я вот понимаю, что я сейчас сижу здесь, в студии, исполняю народные свои любимые песни, а частичка меня все равно присутствует дома. Ну вот у меня у младшего сына два клыка лезут, понимаете? И вот мы ночью с ним мучаемся, потому что зубы у парня лезут. Вот я об этом тоже думаю. Не просто, поверьте. И, конечно, когда я уезжаю, вот, да, спрашивают: а вы скучаете? Я говорю: конечно, скучаю. Я живой человек. Слава богу, сейчас есть добрый друг интернет, который имеет возможность просто хотя бы, да, элементарно позвонить, узнать. Спасибо моей семье, спасибо моему мужу, моей маме, которые держат тыл, помогают. И, безусловно, конечно, если бы не они, наверное, я бы не могла бы себе позволить, знаете, 10, не знаю, городов подряд отработать, уехать на 2,5 недели. Но когда мама приезжает домой, мама приезжает с одной работы на другую работу, и там ее все так ждут. Иногда просто хочется так поспать, но дети бегут, вот, и домашние дела никто не отменял. Поэтому я, да, вот, кстати, сентиментальная тоже мама на 8 марта. Мне кажется, я занимаю, у меня гран-при самой плаксивой мамы в садике, потому что я всегда плачу. Я не знаю, но это дети, это мой самый главный, наверное, сольный концерт, который я дала в жизни. Вы знаете, я была абсолютно профнепригодная мама. Ну, я имею в виду, как певица. Я начинала петь колыбельные, и моя дочь начинала плакать. Это потрясающая Ульянка. И до сих пор она очень такой... Не могу в это поверить. Она вообще сентиментальная очень. Когда как что-то медленное, грустное играет, она всегда плачет. И я начинала петь, она начинала плакать. А представляете, сколько колыбельных я знаю. А когда сыну пою, он как настоящий мужчина. А я его так 15 килограмм счастья баюкаю, он так мне руку положит на гортань, понимает, что это мама, чувствует, видимо, вибрации, да, на кадык положит так: дома, спать, все. Спокойно, и засыпает, да, он очень как бы любит. И причем, знаете, когда сейчас, если я вдруг забываюсь или как-то он, когда его укладываю, он такой: колыбельно. Да, давай пой. Ну что, Марина, для нас поете. Понимаете, что колыбельная появилась в моем репертуаре недавно, потому как вот сейчас, как говорится, уже... Вынуждена. Нет, на самом деле я очень люблю этот жанр, и когда мы, будучи студентами, исполняли колыбельные на зачетах, на экзаменах, знаете, ты пытаешься войти в этот образ, но... Тебе не надо входить в образ, когда ты уже сама мама.
Вот когда появился опыт, и когда со временем ты понимаешь, что такое петь, как правильно петь, и не надо играть, а ты просто проживаешь. Вот поэтому я с удовольствием для вас сейчас проживу колыбельную «Четырех дождей». Просим. Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, а расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Голубой он самый добрый, с ним цветы цветут. Голубой идет недолго, его долго ждут. Вот приходит летний вечер, шмель в траве гудит, и летят земле навстречу синие дожди. Синий дождь раскрасит сливы у тебя в саду. Синий дождь, он самый сильный, от него растут. Осень озера остудит, клёна золотит. В сентябре приходят к людям жёлтые дожди. Жёлтый дождь протянет руки к той судьбе и к той. Жёлтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. Мама, а бывают черные дожди? И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, малыш, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути. Спасибо, Марина. Теперь я плачу. Спасибо. Марина, я смотрела ваше видео в интернете, как вы ездили в госпиталь к раненым нашим военным. Вы там тоже плакали на сцене? Нет. Я сказала себе, нельзя. И
Для меня каждое выступление в госпиталях — это очень эмоционально непросто. Потому как, ну, во-первых, в нашей семье есть ребята, мой племянник, который был там, был ранен. Вы знаете, сейчас я очень хорошо понимаю, когда бабуля с дедулей каждый тост каждого первого какого-то застолья, первый тост всегда, чтобы не было войны. Ну, потому что они были дети знаешь, войны, они это. Знают, что это такое. Но когда я приезжаю в тот или иной госпиталь, я себе запрещаю плакать. Я понимаю, что я не имею на это права. Но, конечно, потом эмоционально, знаете, я сажусь в машину и рыдаю просто. Вот, рыдаю как женщина, как мать сына, как тетя и крестная племянника. Вы знаете, это потрясающие люди. Это наши герои, ребята. В госпитале Вишневского не было возможности молодому человеку въехать в концертный зал, он небольшой. Он смотрел концерт из коридора. И когда меня ведущие объявляли, он говорит: «Скажите, а у вас есть песня про войну?» А он лежит, понимаете, у него аппарат Лизарова, вот просто нога как решето. Да. И я говорю: «А ты не устал от этого состояния? Зачем тебе песни про войну?» Он говорит: «Потому что для меня это образ жизни. Это моя Россия, это моя Родина». Я говорю: «Ну ладно, Катюша подойдет?» «Да». Он достал телефон, позвонил маме. Мне говорит: «Мама, смотри, Марина Девятова будет петь Катюшу». Это наши герои. Это, конечно, безусловно, материнская боль. Но зная их, как только ему снимут этот аппарат Елизарова, он поедет снова в зону специальной военной операции. Да, да, и вы знаете, разные эмоционально ребята. Кто-то погружен в себя, потому что я всегда выхожу в зал. Я очень люблю как бы, да, тактильно здороваться со своим зрителем, да, выходить в зал. Кто-то эмоционально очень погружен. Понятно, с ранениями, с такими, когда нет конечности, иногда, Господи, сложно это себе представить вообще в нынешнее время, а кто-то, наоборот, полон патриотизма. Вот. Но мы, артисты, если мы можем поддержать наших ребят песней, а песня все равно так или иначе, она такая, ну, народная, она бодрость духа дает, крепкость духа, крепкость веры, то, я считаю, мы просто обязаны это делать. Многие говорят: «Да, ну как же ж, вот, знаете, осуждают веселые песни». Я говорю: «Слушайте, Русланова частушки пела в госпиталях. Невозможно все время находиться в этом состоянии, да, какое-то удручение, паники, горя. Все равно жизнь продолжается». Конечно. Ну и ребятам-то нам... И ребятам это важно, не нужно, безусловно. Чтобы... И они, знаете, когда они на Катюшу вставали, потому что они еле вставали, но они вставали, потому что они наши, они русские ребята, которые по-другому не могут, потому что, говорит, это же визитная карточка. Следующая песня тоже заставляет о многом задуматься и провести исторические параллели. «Косово поле». Просим. Вы знаете, это песня, которая появилась в репертуаре у меня в этом году. Благодаря моему супругу. Он очень любит творчество Валерия Александровича Кипелова. Я как-то, ну, я слышала эту песню, но когда муж мне говорит: «Марин, я вот слышу, что это твоя песня». Я говорю: «Господи, где Кипелов? Где я? Где народная песня? Ну, вообще это все несовместимо. Ты должна ее спеть. Ты должна ее спеть». Он 2 года ходил за мной. «Ты должна ее спеть. Это твоя песня». И вы знаете, все, вот, ну, мы люди творческие. Нельзя навязать. Все должно прийти естественным образом. И в итоге, вовремя. Да, вовремя. И в итоге я ее слышу. Вот знаете, для меня очень важно, я любую песню воспринимаю как маленький мини-спектакль на сцене. Я ее увидела на сцене.
И мы ее записали вместе с моими коллегами, ребятами, студентами Российской академии музыки имени Гнесиных. Это Московский народный хор. Мы сделали ее по-своему. Мы пришли к Валерию Санычу, мы ее показали. Он, кстати, патриот, очень любит народные песни. Всегда он саундчек, всегда вот настройку звука он делает на народных песнях. Хотя репертуар и, как вы понимаете, и внешний вид совсем другой. Вот. И он говорит, ну и что я теперь, как вот. Но зато песня, она живет. И для меня было очень, скажем так, волнительно, да, когда мы первый раз поехали, по-моему, это были севера, то ли Норильск где-то. Да. Первый раз, когда мы исполнили эту песню, люди потихоньку начали вставать. А это песня про воинов, которые защищали, защищают и будут защищать Родину. Это песня про тех, кто их очень любит и ждет. И, безусловно, в нашей памяти они останутся в дуновении ветра, в полевых цветах. В нашей памяти они останутся вечно. И я очень рада, то, что эта песня, она затронула струнки души нашего зрителя. Ну и сегодня мы с огромным удовольствием ее для вас исполним. Просим. Спасибо. В будущем я знаю, поруганье да купола сожженные. Что случится в будущем, я знаю, поруганье купола сожженные. Не покинуть мне. Тенью над разбитым сердцем войска нашего. Вместе с ветром пролечу я тенью над разбитым сердцем войска нашего. Землю нашу, чтоб расцвесть весной цветами мака алого. Косово поле, поле Косово, поле черных дроздов. Косово поле, поле Косово. Пусть омоет
Браво! Русская, народная, очень искренняя. Марина Девятова была у нас в гостях. Это программа «Музыка плюс». Я Юлия Розенберг. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.